Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Волжский сад. Представляю вашему вниманию очаровательный межвидовый гибрид от Сандерса и его коллег, представленный в 1991 году, нежнейший и надежный одновременно пион Blushing Princess. Восхитительный пион, высотой 85 см, диаметр цветка 16. У этого сорта сплошные достоинства. Отличная форма цветка, не растрепанная, очень гармоничная. Оттенок нежнейший, пастельный, жемчужно-розовый. Пион ароматный, имеет красивую крупную зеленую листву. Иногда в центре цветка бывает так много лепестков, что он почти махровый. Как и в случае с многими другими сортами, максимальная махровость и красота цветка не проявляется сразу после посадки, а приходят через пару лет. Кроме того, этот пион может похвастаться практически идеальной формой куста. Несмотря на свои массивные цветы, обладает очень крепкими побегами, которые отлично его держат. Весной у него очень толстые красные почки выходят из земли, намного крупнее, чем у других сортов. И он сразу начинает обращать на себя внимание. Зацветает одним из самых ранних в саду. Отлично смотрится в срезке. Ну, что можно сказать? Само совершенство. Давайте полюбуемся. Это все, что я вам сегодня хотела показать и рассказать. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока!